Давай, идем вместе. Получилось. Наслаждайтесь солнцем. Согрейтесь. Ты со мной, друг. А? У нас два живых. И охуенно готовых вернуться домой, морпеха. Рэгбист Койоту 2. Проверка. Прием. Это Койот 2. Слышу хорошо. Транспорт выдвигается. В 5 часах лету от вас. Прием. Кажется, мы выбрались. Мы победили. Я уж забыла, как здесь ярко. Интересно, те пастухи еще здесь? Сейчас бы пивка. Я должен вернуться к сыну. Он, наверное, волнуется. Нет. Опять. Надо держаться! Это слишком долго! Я не могу ускорить Луну! Прорываются! Гениальные идеи.
точно! Это все? Ракеты? Где патроны? Огонь! Мы их задержим! Знакомству. Мне нужно к сыну. Сувенир. Салим, стой. Удачи, брат. Давай, поздравь от меня Зейна. Спасибо, Джейсон. Прощай, друг.
4. Вы видите нашу? Вон, штурмовая группа. Слава богу. Спасибо. Разум – место само по себе. И из рая может сделать ад, а из ада – рай. Браво! Похоже, ваши подопечные выбрались из своего ада без потерь. Но память об этом будет преследовать их до конца жизни. Жду нашей следующей встречи, возможно. Мне следует выбрать для нее более домашнюю историю. Про место, где вы сможете прекрасно выспаться. Вот только будьте уверены, покинуть его будет очень сложно. Вы знаете, где выход. До встречи. Опоздал и плохо выглядишь. Я с ночного рейса. Что насчет тебя? Как полет? Фильм говно, еда говно, ногам тесно. Сидел в хвосте? У туалетов. Круто. Ну, кофе был ничего. И кексы хороши. Отчет читал? Пока летел. Как дела у аналитиков? Четверо из разведгруппы выжили. Их допрашивают там. Идем? После вас. От существа? Ничего подобного не видели. Колчак Джейсон, лейтенант разведки морской пехоты. Лучший из лучших, да? Ну, так они говорят. Черт! Сколько раз мне повторять одну и ту же историю? Я понимаю, но ЦКВС необходимо устранить все нестыковки. Какие? Здесь ничего не стыкуется! Например, почему вы вступили в союз с врагом? Тебя там не было! Твари рвали нас на куски, мне насрать, кто он! Нам нужна была помощь! Я вернулся туда, чтобы спасти Салима! Он стоил 5 таких, как ты! Сэмбер, сука, Фай! Так они объединились внизу с иракским солдатом? Из республиканской гвардии. Можешь себе представить? Чем он так Колчика впечатлил, что тот решил за ним вернуться? Скорее бы увидеть его. Не выйдет. Он сбежал. Что это значит? К прибытию группы эвакуации его и след простыл. Уже до границы мог добраться. Вот же хитрый ублюдок. Теперь понятно, что Колчик в нем увидел.
Аналитики все еще извлекают образцы с места. Там просто бойня. Динамит взорвали? Мы не знаем, где они его раздобыли. Нет, 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 нет. Все. Я вам говорю. Это был город. Полный город этих тварей. Там были коконы. Тысячи коконов. Сколько организмов оставалось в живых? Много. Очень надеюсь, что они все сгорели. Это прямо второй Уинтерфолд. Ага. Так, тут у нас полковник Эрик Кинг. Наш штатный гений. Он явно не рассчитывал на такую находку. Все учебники по биологии можно выкидывать. Эти твари, они развиты, они сильнее нас, они умнее нас. Если не хотите упустить ситуацию, прислушайтесь ко мне. Никто не сомневается в серьезности ситуации, полковник. Погибло несколько человек. Но я выбрался. И я позабочусь, чтобы эти твари остались погребены в этой дыре. Обсудим Целус. Ну, теперь верите? Это Миллер. Он вас допросит. Допросит? Вам стоило бы расставить приоритеты. Эти твари все еще под нами. Вы ими занимаетесь? Мы еще успеем все обсудить, а пока поблагодарите Бога, что вам удалось выбраться живой. Это просто чудо, что вам удалось там выжить. Я научилась полагаться только на себя. Была сильнее всех. Мы скоро вернемся. Воскресенье еще в силе? Дженнет готовит жаркое, конечно, в силе. К этой работе нельзя привыкнуть. А что, хочется? В этот раз хоть все локально. Да, хоть так. Ну, что ты об этом думаешь? Не важно, что я думаю. Сейчас главное контролировать поток информации. Для остального мира здесь ничего не произошло.